Дед Архимед представляет. Чё представляет? Как написать такую песню, чтобы ее пела вся планета без исключений? Скажите, как это сделать, если мы такие разные страны и поколения, чтобы в сердце отозвалось каждом ноты, строчки, точки, биты, гармонии, чтобы для всех там было что-то важно. Комедия, трагедия, судьбы, ирония. Какие нужно в нее вложить смыслы, чтоб содрогнулся мир от хохота и рыданий, чтоб стали чистыми и светлыми у всех мысли, чтоб под нее любили мы и танцевали, чтоб каждый понял, кто он есть и стал собою, чтобы ушла злоба и прекратились войны, чтоб посмотрели все на небо голубое, чтобы людьми называться были мы достойны. Она, конечно, про любовь и ненависть тоже, она про камень век и этот миг, и написал ее нам сам Бог, похоже. Она большая и маленькая, little big. Ничего не знаю лучше этой песни. И все вместе! Скибиди уапапа, скибиди уапапапапа, скибиди уапапапапапапапа, скибиди папа, скибиди бум. Скибиди бум 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 бум, ай! Скибиди бум 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 бум, па па бум бум, скибиди па па. Она спасет этот мир, идет такая молва. Она как мантра, молитва и Бог с нами. Но важно точно запомнить эти слова. Вы просто пойте их и делайте вот так руками. И в средней школе новый нужно ввести предмет. И скибиди учебник в каждый положить ранец. И просыпаясь повторять стихи чуть свет. И разучить нехитрый этот танец. И весь животный мир поет эту песню. Пингвины, страусы, львы и даже Годзилла. Поет планета, поем все вместе. И да прибудет с нами скибиди сила. Скибиди уапапа, скибиди уапапапапа, скибиди уапапапапапапапапа, скибиди папа. Скибиди бум бум, ай! Скибиди бум 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 бум, ай! Скибиди бум.